существует ли высший разум, который пытается с нами коммуницировать. Об этом с вами мы узнаем сегодня, ибо мы пришли в гости к человеку, который утверждает, что сегодня его заберут инопланетяне. Что, отснял? Здравствуйте. 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 Я закрою. Это у нас, это аккуратно, это у нас коннект. И вот здесь у нас штаб. Тихо ты! Извините. У вас прям своя лаборатория, да? Да, да. Это координаты. Вот сейчас 264. Все в порядке. Пока нету, но они вечером, то есть это мне мама. Ну это... Ну, там жарко. Можно вырезать, да? Это не да, надо. Да, конечно. Это когда ауру, это как, ну, отпечаток ДНК, оно же туда, это очень важно. Четыре. Вот. Вам держите. Включайте. Получается, это их корабль, он же созвездие Ориона, он, получается, будет вот так пикировать, приземляется тогда, когда у них наиболее приходит притяжение к Земле, и они вот, она вот как бы так крутится, они должны вот так сесть. Ага. Здесь вот именно, да? Я на карте лучше покажу. Ага. Вот есть свидетельство НЛО. Да. Их прибытие в течение последнего века. Движение постоянно происходит по синусоиде. Получается, они перемещаются через всю Россию. Это будет вот здесь, понимаете? Ага. Да. Это факт. Видно? Когда я узнал, что они сюда именно приземляться, потом он специально вот участок купил. Нет, не буду! А друзья твои? Вы будете есть? Спасибо. Не будут! Спасибо! А вот скажите, пожалуйста, а как они поймут, что именно вы их вызываете? Ну как? Древние еще культуры, они использовали язык тела. Своеобразные танцы. Ну да, танцы. Это, они же как должны понять, что это именно вы? Там есть специальные движения. Можете показать? Да. Нашим зрителям будет очень интересно. Да, да, конечно. То есть сначала мы должны их как бы позвать, потом мы с ними общаемся. Когда они понимают, что вы готовы, потом они нас забирают. Я готов. Это же не я все придумал. Да? Движение, это все еще древняя цивилизация, культура. У нас архив есть в интернете, вот как раз я открыл. Парниша, вот он клево вообще общался. Вот сейчас будет. Прям активно вызывает. Да, он летел. Куда? А его же забрали. Лет 15 назад. Есть что-нибудь? Сейчас, идет. Чего мы там? Еще долго их, что ли? Да не, они уже должны сейчас вот. Уже час должны так. Что-то задерживаются. Ты пойдешь, а тут глянешь на всех этих приборах. Сейчас я. Да, я сейчас Дигай? Посмотрю там, да. Они, наверное, в пробке просто. В пробке, блядь, они просто. Расследование было. А это что-то новое. Вот, говорил! Ребята! Вот, прилетели! Я здесь! Я здесь! Видал! Ребят! Я здесь! Ребята! Да пошли эти инопланетяне нахуй!